Классом едем в Карпаты. Что надо брать с собой? Шашки. Ракетки. Бадминтон. Правильно. Заниматься спортом нам некогда было, за год позанимаемся там. Водным спортом. Что же еще брать? Гербарий. Непонятно. Книги, рюкзаки. Конечно. Ножки, вилки. Флажки. Понятное дело, папиросы. Сигареты. Коробки, спички. Вот. Да. Столерки. Наперстки, нитки. Игрушки. Пуговицы. Пакеты. Пластиковая посуда. Конечно, конечно, особенно. Бутылки пластиковые. Кубейный нет. Плацкартный. Почему? Чтобы все быть вместе. Ага. Мы с классом едем в Карпаты. Едем с классом в Карпаты. Едем в Карпаты. Мы с классом едем в Карпаты. Мы едем с классом в Карпаты. Едем в Карпаты. Мы с классом едем в Карпаты. Мы с классом едем в Карпаты. Мы едем с классом в Карпаты. Берем обязательно шахматы. Каждый берет по набору шахмат. Это очень большие вместительные коробки. Каждый берет не только шахматы, но еще то, что можно взять помимо них. Шашки не берем. Мы играли целый год и выиграли Олимпиаду по шашкам. Итак, надо позвонить наконец-то нашему ответственному руководителю. Алло, Нина Ивановна? Добрый вечер. Это Сережа из вашего класса. Мы завтра едем в Карпаты? Да, неужели? Все получилось! Ура! Мы едем с классом в Карпаты. Наблюдений за природой. Каждый должен проследить за природой своего поведения в Карпатах. Пожалуйста.